Я сижу в окружении 21 книги, и они просто замечательные. Сальветта, амики, с вами читающая Катерина, и сегодня я хочу рассказать про покупки. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте комиксы, тут есть два комикса, и художественную литературу оставим на конец видео, и я начну с нескольких нонфикшн книг. Во-первых, ко мне приехали две книги от издательства Admargin, еще две у меня лежат в предзаказе. Первая книга — это «Бредовая работа» Дэвида Грейбера. Про нее я говорила во время влогов с ММКЯ, и вы все прекрасно знаете, кто такой Дэвид Грейбер. Почему я решила купить себе бумажный экземпляр? Когда началась вся эта тема самоизоляции, некоторые издательства свои новые книги презентовали сначала в электронном формате. То же самое произошло и с «Бредовой работой». Я тогда купила себе электронную книгу, думаю, вот прочитаю. Я очень удивилась, что электронка, по-моему, вышла в конце весны, а в бумаге книга появилась только в конце августа, в начале сентября, к ММКЯ. То есть очень большой разрыв получился между электронным и бумажным вариантом. И электронный вариант, который я начала читать, был полон ошибок. Ошибок в смысле опечаток невычитанных, и мне не понравилось работать с книгой в таком виде. Я очень надеюсь, что все проблемы в этой книге, в бумажной в смысле, были исправлены, и мне хочется продолжить знакомство именно в бумажном варианте. Тем более, что те первые там сотни страниц, которые я прочитала, мне безумно понравились. И Admargin на фоне интереса к этой книге перевыпускают уже, по-моему, третье переиздание другой книги Гребера «5000-летняя история долга». Вот она у меня лежит в предзаказе, я очень жду, когда ее напечатают и мне пришлют. В этой книге Дэвид Грейбер обращает внимание на удивительное явление современности. Ведь есть множество людей, которые сами считают, что они выполняют бредовую, то есть ненужную, бессмысленную или даже вредную работу. Исследуя этот вопрос, Грейбер пытается объяснить, как вообще так вышло. Вторая книга — это «От колыбели до колыбели» авторов Михаэль Браунгарт и Уильям Макдонах. Концепция «Cradle to Cradle» очень известна на Западе, и вот у нас перевели книгу, которая в наибольшей степени популяризовала эту концепцию. По сути, это манифест устойчивого развития, как сделать безотходное производство. Книга обращается не только к производителям, но и к дизайнерам, и к инженерам, и ко многим-многим другим людям, которые заняты в процессе производства. Меня это интересует в первую очередь с той точки зрения, как сейчас происходит осмысление проблем экологии вот в такой вот широкой гуманитарной литературе. Я не уверена, что эта книга будет прочитана мною в самое ближайшее время, но я думаю про все эти вопросы, и Admargin одно из немногих издательств, которое выпускает действительно не попсовые книги про экологию, которые рассчитаны на максимально широкую аудиторию, а берутся иногда за неочевидные, но философские и на Западе играющие важную роль издания. Раз уж мы начали с маленьких издательств, давайте возьмем издательство Ивана Лимбах. Первая книга — это роман французского писателя Рафаэля Жерусальми. «Братство охотников за книгами» — это выдуманная биография поэта Франсуа Вийона, которая рассказывает о тайном задании, которое он получает для распространения свободы мысли в Европе 15 века, как бы вопреки ограничениям, которые накладывает католическая церковь и Ватикан. Звучит на самом деле безумно запутанно, и я, когда читала анонс этой новинки, ожидала чего-то в духе седьмой функции языка, чтобы это было так же запутанно, интеллектуально, сложно, чтобы ты карабкался через текст, но получал максимальное эстетическое удовольствие от того, что это вот так. К сожалению, отзывы, что на LiveLib средняя оценка у книги достаточно низкая, и на Goodreads на всех языках, на итальянском, на французском, на английском, большая часть рецензий не комплиментарные и скорее критикующую книгу, то есть там действительно низкая средняя оценка. С другой стороны, издательство Ивана Лимбаха с большим вкусом подходит к выбору книг для издания, и у меня такой диссонанс. То есть, с одной стороны, читатели книгу не очень приняли, но я очень доверяю издателю, и поэтому мне хочется составить собственное впечатление, чтобы однозначно понять, насколько книга хороша. Но я, с опаской на нее смотрю. Дальше небольшая книга, это Роберта Каласа «Литература и боги». У меня у Роберта Каласа есть еще одна книга, которая выходила в издательстве Admargin «Искусство издателя». То есть Каласа — это
человек очень широкой эрудиции. В этот сборник «Литература и боги» вошли эссе о литературе 19 века, где эта литература рассматривается под необычным углом. Каласа задается вопросом, почему в какой-то момент языческие боги, вовсе не христианские, вдруг актуализировались для мыслителей и писателей в Европе в 19 веке, и что в итоге получилось с литературой, как эти боги в литературе были воскрешены, отображены и так далее. Для меня эта книга интересна в первую очередь с точки зрения рецепции античности, то есть как античная традиция и какие-то античные сюжеты нашли свое отражение в умах людей, которые жили сильно после античности. Так, дальше книга, про которую я узнала случайно, там вообще как было? Издательство Иоанна Лимбаха в группе ВКонтакте публиковало ссылку на Google форму, где они хотели установить обратную связь с читателем, чтобы читатели рассказали про свой опыт взаимодействия с сайтом, с интернет-заказами, какие соцсети мы, читатели, в смысле, читаем у них, какая информация нам наиболее актуальна. Ну, в общем, я с удовольствием приняла участие в опроснике. И, в частности, там был вопрос о том, в переиздании каких книг я была бы готова поучаствовать, если бы они устраивали краудфандинг. И я полезла на сайт и провела вечер в пролистывании большого количества замечательных книг этого издательства и нашла, в принципе, то издание, которое я бы хотела получить к себе на полке, но которое мимо меня в какой-то момент прошло. Ну, точнее, оно прошло мимо меня потому, что в 2016 году я еще в меньшей степени следила за отечественным книжным рынком и не очень сильно всеми этими делами интересовалась. В общем, это Дунай Клаудио Магриса, итальянского литературоведа, который занимается в том числе немецкой литературой. Дунай — это такой рассказ географический и хронологический о тех странах, тех событиях и тех людях, которые были связаны с рекой Дунай. Это очень похоже на концепцию книги Андрея Шарова «Дунай», про которую я тоже когда-то упоминала, когда делала подборку исторических книг весной. И я вам немножко спойлерну, мне хочется посмотреть, сравнить. То есть две книги с очень похожими концепциями. А другое дело, что Андрей Шарый — это журналист, который долгое время жил в Центральной Европе. И другое дело Клаудио Магрис, который в первую очередь исследователь, ученый, который воспринимает все эти материи скорее на уровне, мне кажется, абстракции, нежели чем Шарый, который журналист, который непосредственно сталкивался с фактической, воплощенной в материи Центральной Европы. В целом, я безумно люблю регион Центральной Европы, и Дунай — это как бы та леска, на которую нанизываются жемчужины, нанизываются страны, нанизываются события истории. И для меня это все очень близко, очень затрагивает мои какие-то внутренние струны души. Я никогда не понимала, почему у меня есть такая любовь к этому региону. И Дунай в этом смысле просто дань моего интереса. Про следующую книгу вы уже слышали от меня, если смотрели влоги с ММКЯ. Как вы помните, я искала эту книгу на стенде издательства, но мне сказали, что тираж кончился. То есть это удивительно, книга вышла всего несколько месяцев как, а в сентябре она кончилась вообще. Меня это очень радует, потому что это показывает какой-то интерес и какой-то запрос, который существует в обществе. Ольга Седокова — это российская поэтесса, переводчик и филолог. В этой маленькой книжечке она ставит вопрос о том, что до сих пор не существует такого перевода божественной комедии Данте на русский язык, чтобы он был комментированный и как бы в полной мере отражал поэтику и те образы, с которыми Данте выступает для рассказывания своей истории. Эта книжечка очень маленькая и представляет собой комментарий на три песни. На две песни из «Чистилища» и на одну песню из «Рая». В частности, Ольга предлагает собственный перевод, и если вот в этом классическом издании первая песня «Чистилище» начинается следующим образом. «Для лучших вод, подъемля парус ныне, мой гений вновь стремит свою ладью, блуждавшую в столь яростной пучине, и я второе царство воспою, где души обретают очищение и к вечному восходят бытию». Как вы понимаете, это стихотворный перевод, который иногда может несколько сглаживать и смягчать те смыслы, которые есть в оригинальном тексте, для того, чтобы по-русски можно было все это уместить в стихотворный размер. Ольга Седокова предлагает не стихотворный перевод, а дословный, который позволяет действительно лучше понять то, как изначально Данте написал свою поэму. Соответственно, тот же кусочек звучит в переводе Ольги Седоковой следующим образом. «Чтобы бежать по лучшим водам, поднимает паруса кораблик моего гения, оставляя позади жесточайшую пучину. И я буду петь о втором царстве, где человеческий дух очищается и становится достойным взойти в небеса».
То есть есть небольшие оттеночки, и к каждой из песен Ольга Седокова дает комментарий, где рассматривает, какие именно слова использует Данте, как это связано с предшествующей традицией, какая была рецепция впоследствии. В общем, очень тонкая филологическая работа. Я очень рада, что издательство Ивана Лимбаха допечатало эту книгу, и я ее себе приобрела. Дальше я покажу вам несколько книг от издательства Alpina Nonfiction. Вообще, у Alpina вышли безумные, просто потрясающие новинки под конец года. У меня глаза разбежались, и вообще был полный-полный восторг, когда я смотрела, какие новинки у них вышли. Начну я, пожалуй, не с новинок, а с других книг, которые вдруг для меня актуализировались сейчас. Во-первых, это «Как начинался язык» Дэниела Эверетта. Если вы помните, в мае я читала книгу Светланы Бурлак о происхождении языка. По сути, книга про то же самое. Что произошло во время эволюции гоминид, что гоминиды стали способны к членораздельной речи. Ну и, собственно, к тем, чтобы пользоваться языком. Эта книга построена немножко иначе, чем работа Светланы Бурлак. И здесь мне тоже хочется провести сравнение между работой иностранного автора и отечественного автора на одну и ту же тему. Сейчас у меня есть ощущение, что я очень хорошо знаю, откуда произошел язык. И я еще недавно актуализировала для себя книгу Бурлак, потому что я ее пересматривала и припоминала основные положения ее концепции. И я немножко боюсь читать, что это будет как бы ровно то же самое, но так как это иностранная работа, она в меньшей степени будет похожа на диссертацию, как это получилось с книгой Светланы Бурлак, и скорее будет как бы приводить больше фактического материала, всякую информацию об исследованиях и так далее. То есть чтение, скорее всего, будет чуть более увлекательным, но я очень боюсь, что там будет ровно то же самое. С другой стороны, это же эксперимент, если окажется, что книги практически идентичны, то это тоже результат, пусть он, может быть, мне и не совсем понравится. Эта книга вышла в прошлом году, в 19-м, как раз к нонфикшену. Еще одна книга, тоже прошлогодняя новинка, которую обсуждали широко во время нонфикшена, это «Долгий 68-й. Радикальный протест. Его враги» британского историка Ричарда Вайнина. Для меня тема 68-го года стала особенно актуальной после прочтения книги Алейды Асман «Длинная тень прошлого», потому что она говорила про поколение 68-го года, которое в Германии оказалось готово говорить про травматический опыт Второй мировой войны и Холокоста. Ричард Вайнен пишет про социальную обстановку в разных государствах по всему миру в 68-м году, потому что совпало так, что в это время были очень масштабные протесты. Так как я не являюсь большим специалистом по истории второй половины 20 века, я, наверное, не могу сейчас содержательно что-то сказать по поводу концепции автора, но самое важное для меня это то, что книга вдруг актуализировалась. То есть в прошлом году я смотрела на нее, ничего интересного, никак эта книга не связана ни с чем вообще в моем интеллектуальном опыте, а тут вдруг она стала очень актуальной, и я очень рада, что ее смогла по себе приобрести. Кстати, 2 недели назад я выкладывала постик в сообществе, где рассказывала про акцию в независимых книжных разных городов, приуроченной к онлайн-нонфикшену, потому что очная ярмарка была перенесена. Суть акции заключалась в том, что в нескольких независимых книжных, в том числе в Москве, в Петербурге, в других городах, книги из топ-листов ярмарки нонфикшен продавались со скидкой 10%. И список участников из Москвы мне тогда подарил несколько знакомств с теми магазинами, про которые я раньше никогда не слышала. Удивительно! Я решила съездить в магазин Primus Versus, тем более он располагается на Покровке, я настолько часто раньше, до ковида, бывала на Покровке, там столько кофеен, куда я регулярно езжу, и, в общем, я была в шоке, что я никогда не слышала про этот магазин. Они специализируются на нонфикшене, и у них просто потрясающая подборка гуманитарного нонфикшена. То есть вот такая выборка, такой вкус. Так вот, я там как раз приобрела себе книгу Ольги Седоковой, которая шла по скидке, потому что это топ-лист нонфикшена. Там я приобрела себе «Долгий 68-й год». И еще 3 книжечки, и в том числе 2 вот эти, про которые скажу дальше. Мне нужно было себя бить по рукам, мне нужно было заставлять себя выйти из магазина и не забрать ничего еще, потому что там действительно замечательная выборка. В общем, Primus Versus, я очень рада, что мы с тобой познакомились. Теперь 2 книги из вот этих классных новинок Alpina Nonfiction. Я вам настоятельно рекомендую пойти посмотреть, что вышло у Alpina, потому что это очень круто. Первая книга, которую я себе взяла, это «Хорошие и плохие чувства» американского психиатра Рэндольфа Несси. Несси является сторонником эволюционной биологии, и если кратко, он хотел бы, чтобы современная медицина не просто спрашивала, что в человеке болит и как это вылечить, да, если упрощать совсем, а почему
эволюционно получилось так, что у человека происходит такое или иное нарушение. В этой книге такой подход он прилагает к психическим расстройствам. То есть зачем эволюция оставила человеку депрессию, тревожность и другие такие сильные аффективные эмоциональные состояния, если, ну, возможно, мы были бы счастливее, если бы у нас их не было. Я уже начала читать, и повествование очень легкое и увлекательное. Я думаю, что мы с этой книгой двинемся вперед в 21 год, и она будет одной из первых, которую я дочитаю после Нового года. Следующая книга — это «Совесть. Происхождение нравственной интуиции» от американского нейробиолога Патриции Чёрчли. По сути, автор рассматривает явление совести с нескольких сторон. То есть совесть помещается в центр междисциплинарного рассмотрения. И автор рассматривает совесть с точки зрения нейробиологии, антропологии и других наук естественного, гуманитарного и социального цикла. Звучит совершенно потрясающе. Я не уверена, что автор сможет дать какие-то прям революционные сведения, которые там изменят наше представление об совести вообще. Я не уверена, но я думаю, что это будет качественное научно-популярное исследование, с которым я проведу несколько замечательных часов. Еще вот это редкий случай, когда книгу я себе покупать не стала, но я хочу сказать вам про эту новинку. Это книга, которая вышла тоже в Alpine Nonfiction, «Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков» Роба Дана. Во-первых, там совершенно замечательная обложка. Эта книга сразу приковывает к себе внимание. Во-вторых, я узнала про нее от Дениса Пескова, обозревателя Forbes и продюсера в «Бомборе», у которого скоро запускается собственная серия. Вообще, он очень много читает нонфикшн-книг на английском языке, и, в частности, он писал про эту книгу как, ну, не анонс, а рассказывая про готовящуюся выйти новинку в «Альпине». По сути, это рассказ о соседстве человека с многообразием мира насекомых. И Денис публиковал отрывки из этой книги, это что-то вообще совершенно невероятное. Это одновременно и научный текст, и совершенно увлекательное повествование, погружающее нас в особый мир, который закрыт от нашего взгляда. Я сама достаточно брезглива, и насекомые — это вообще не та тема, на которую я хотела бы читать, но если вас вдруг это интересует, то я очень рекомендую обратить внимание на эту новинку. Еще две книги, которые я привезла из Primus Versus. Во-первых, это история Ивана Курилы из серии «Азбука понятий» издательства Европейского университета в Санкт-Петербурге. Если вы смотрели последнее видео с Q&A, то в конце я рекомендую две книжки, которые я бы порекомендовала прочитать всем не историкам. И когда я увидела, собственно, воплощение этой книги в магазине, я закричала «беру» и, собственно, взяла. Я повторю, что книга Ивана Курилы — это очень простое и популярное изложение сути исторической науки. Что она из себя представляет, какие задачи перед собой ставит, какие этапы развития прошла и так далее. Я книжку себе взяла для того, чтобы познакомиться с ее содержанием и, возможно, немножко актуализировать ее среди моих подписчиков, среди возможных заинтересовавшихся. И книжка, на самом деле, сделана очень симпатично, потому что это вроде такого ликбеза, очень простого дайджеста с большим количеством информации, немножко ориентированной на клиповое мышление, но с другой стороны это делает книгу максимально доступной для самого широкого круга читателей. Еще одна новинка декабря от Азбуки Бизнес — это «История Фойлис», книга «Торговец по случаю». Билл Сэмюэл — это человек, который от своей пожилой у родственницы получил в наследство управление вот этой книжной компанией, книжной сетью в Британии. Все мы сейчас немножко живем в тени Шона Байтла, потому что его книги оказывают на нас влияние, и мы продолжаем грезить этой внутренней жизнью книжных магазинов. И эта книга представляет собой скорее общие воспоминания, нежели чем документирование жизни книжного магазина. Но я в целом интересуюсь книгами о книгах, и почему бы не прочитать книгу о книжном магазине. Тут нужно отметить, что это азбука бизнес, поэтому я подозреваю, что это будет скорее история успеха, вот такие вот мемуары успешного бизнесмена в большей степени, нежели чем что-то, что мы находим, открывая книжки Байтла. И еще одна стопочка книг — это новинки от издательства «Калибри». Это импрет издательства «Азбука». Во-первых, книга, мимо которой я не могла пройти, это «Пруст и кальмар. Нейробиология чтения». Марианна Вулф — это нейробиолог, который занимается специфически темой дислексии. Дислексия — невозможность читать в таком естественном и привычном для нас с вами виде. Это как бы нарушение функции чтения в человеческом организме, и поэтому Марианна обратилась к исследованию феномена чтения вообще. Возможно, через отклонение и нарушение мы лучше можем понять саму суть
То есть, если что-то сломалось, и мы изучаем то, как оно сломалось, то мы можем что-то лучше понять про саму систему, в которой произошло нарушение. Эта книга меня привлекла в первую очередь тем, что здесь чтение рассматривается как процесс в нашей нервной системе, то есть работа нашего мозга. С одной стороны, мне хочется узнать больше про конкретные исследования процессов чтения, это всегда интересно, а с другой стороны, вот если мы говорим про возникновение языка, интересно с эволюционной точки зрения, в какой момент в человеческом организме все сложилось таким образом, что человек научился читать. То есть возникновение письма и чтения, как бы что первично? Сначала возникло письмо, точнее, возникли символы, которые что-то отражали, что-то обозначали, или сначала возникло умение эти символы понимать и считывать. Я очень долго ждала появления чего-то на эту тему, и спасибо Калибри, что они такую книжку сделали. Дальше два очень важных переиздания с точки зрения филологических и исторических наук, и я думаю, что вы тоже про них слышали. Первая книга — это изданные под одной обложкой две работы советского российского филолога Владимира Пропа «Морфология волшебной сказки» и «Исторические корни волшебной сказки». Мне сейчас очень тяжело говорить про содержание книги, про фигуру Пропа и так далее, потому что это такое явление, вот, про которое все говорят «Проп». И все понимают, да, насколько это важно, насколько это вообще ключевая фигура, насколько он совершил революцию фольклористики. И вот, вот то же самое, например, в гомероведении вы говорите «Теория Перри Лорда» и все. Как бы этим все сказано. То есть это настолько ключевые, важные фигуры, которые настолько революционные вещи совершили, что это не требует пояснений. Возвращаясь к Пропу, очень важно, что его наконец-то переиздали, потому что его очень долгое время было невозможно найти в свободной продаже. В морфологии волшебной сказки речь идет о структурных частях в сказках, то есть по каким моделям они строятся и какие существуют повторяющиеся элементы. Исторические корни волшебной сказки посвящены проблеме возникновения сказок, как вообще так вышло, что они возникают в различных сообществах, как это определяется мировоззрением древних обществ, а также какова роль сказок в культуре. Здесь нужно остановиться на издании, потому что, ну, во-первых, очень красиво, я прям смотрю и не могу налюбоваться. Во-вторых, издательство решило сделать интегральную обложку. Интегральная обложка — это что-то среднее между мягкой и твердой обложкой. По сути, это твердая обложка, но сделанная из более тонкого картона. За счет этого, я вот не знаю насчет цены, вполне возможно, что это дешевле, чем просто твердая обложка, но книга однозначно становится легче. Я не знаю, зачем так было сделано, и я внимательно смотрела корешок. Кажется, что все хорошо прошито, точно так же, как во всех других книжках Калибри. Мне очень любопытно, почему они решили сделать именно так. Тираж 3000 экземпляров, и на Читай-городе то и дело понемножку маленькими порциями проб появляется, его сметают просто за несколько часов. То есть это действительно очень важная и знаковая книга для любого человека, который хоть какое-то отношение имеет к филологии. И второе такое важное переиздание, оно не является совсем уж уникальным на рынке, потому что даже сейчас можно купить издание 2017 года от небольшого академического издательства. Но, Калибри вот эту замечательную прелесть издали, и я просто безумно рада. Вот если про Пропа мы все на истфаке слышали, но не читали, то Фрейзер — это тот, кого нам очень настоятельно рекомендовали читать, и да, это тоже очень большая фигура. Изначально Фрейзер был классиком, то есть занимался классической античностью. Впоследствии его заинтересовали темы, связанные с религией, то есть он начал заниматься религией еще на античном материале, но потом он перешел в этнологию или антропологию, как это на Западе говорят, и начал заниматься уже религией более прицельно. Золотая ветвь — это масштабное исследование религии в архаических обществах. Религия Фрейзера включает в себя широкий спектр первобытных представлений, мифов, суеверий, магии, обрядов, фольклора и многого другого. В «Золотой ветви» Фрейзер работает с античным и этнографическим материалом, сравнивая и проводя между ними параллели. Не все его наблюдения остаются актуальными на современной стадии развития науки, но «Золотая ветвь» остается классической работой в своей области. Обратите внимание, что в этой книге почти 1000 страниц, и это сокращенное издание «Золотой ветви». Здесь нет никакого научно-справочного аппарата, поэтому оно классифицируется как научно-популярное. Я так понимаю, что на русский язык едва ли переводилась вся
работа со всем научно-справочным аппаратом. Во время учебы на ИСТФАКе я практически не сталкивалась с темой религии, и от этнологии и антропологии я далека вот просто максимально, хотя меня более-менее некоторые вещи интересуют, но не настолько, чтобы прям сильно в это погружаться. И вообще, конечно, первый курс и курс этнологии у меня оставил очень смешанные впечатления. То есть я бы не смогла быть этнологом, у меня вообще склад ума не для этого. Но помимо этнологического материала, у автора очень много работы с античным материалом, и вот именно для античной части мне хочется с этим трудом познакомиться. Так, дальше два комикса. Я обещаю, что я начну читать комиксы, а не только показывать их в покупках. Во-первых, это небольшой комикс от отечественных авторов Василия Терлецкого и Кати «Сабакистан». Про этот комикс я впервые услышала от Галины Юзуфович, которая очень его рекомендовала. А еще в этом году «Сабакистан» попал в лонг-лист премии «НОС», чем вызвал некоторый бугурт в традиционных премиальных кругах. В комиксе речь идет про государство, которое называется Сабакистан. Там живут собаки, в других соседних государствах живут, соответственно, другие виды животных. И это такое тоталитарное государство, имеющее очень много параллелей как с Советским Союзом, так и с некоторыми постсоветскими республиками. То есть это такой политический, но очень легко и с юмором написанный комикс. Я уже начала читать, я в полном восторге. Это издание, сделанное специально для магазина Чука Гик. И здесь есть автограф автора и рисунок от художницы Кати. Прям предвкушаю, как я буду погружаться в эту историю. Она очень-очень здорово сделана. Второй комикс от Бум Книги. Для меня вообще эта осень, это открытие Бум Книги. Я настолько вдохновлена тем, как эти ребята переводят и издают комиксы. Вот просто чисто человеческое восхищение. Этот комикс на сайте издательства купить был нельзя, когда я смотрела. Там как получилось? Они в сторис сделали анонс, что из магазинов книжных приехали отказанные книги. Там у некоторых есть небольшие повреждения, и на сайте их распродавали со скидкой. Я не успела заказать себе этот комикс, потому что его кто-то увел у меня, пока я пыталась оформить заказ. Я очень была рада, что комикс был в наличии в Чуке и Гике, потому что я, как увидела, почувствовала, что вот это то, что мне нужно. Это комикс «Мавила Киндерланд», рассказывающий про мальчика-школьника в Восточной Германии в 1989 году. Ребенок на фоне больших исторических событий — это вот то, мимо чего я пройти не могу. Тем более, что комикс позволяет рассказать эту историю чуть более трогательно и как-то чуть более светло, чем художественная литература. Поэтому я очень предвкушаю знакомство. И теперь четыре книжечки художественные. Здесь два фэнтези и два таких реалистических романов. Во-первых, абсолютная новинка от Азбуки — это третья книга «Робин Хоп» в серии «Хроники дождевых чащоб». Дальше издание, сделанное настолько невероятно, что это вот в который раз доказывает невероятный вкус и умение Азбуки издавать книги. То есть лучшие Азбуки, мне кажется, вот именно в физическом воплощении книги не издает в России никто. Это Сюзанна Кларк «Пиранези». Она просто невероятно, и держать книгу в руках — это огромное эстетическое удовольствие. Правда, дизайнерское решение по поводу обложки под суперобложкой у меня вызывает вопросы, потому что для того, чтобы прочитать «Пиранези», нужно читать с задней обложки, получается, как-то так. Я дочитала «Пиранези» буквально на днях, и у меня нет слов для того, чтобы говорить про нее, потому что эта книга настолько мне попала в мои какие-то сокровенные части души, про которые я даже не знала, и здесь столько отсылок к Клайву Стейплзу Льюису и к Борхесу, и вообще к теме лабиринтов, к Таро. Это художественное исследование границ и пересечение границ там, видимого и известного нам мира. У меня нет слов, чтобы говорить про эту книгу. Я надеюсь, что со временем они у меня появятся. Если говорить про формальную сторону вопроса, Сюзанна Кларк — это английская писательница. У нее в 2006-м, в общем, в середине нулевых вышел роман «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Это такой фэнтезийный роман, рассказывающий про альтернативную историю Англии в начале 19 века. В этой Англии есть магия. Вот, и роман написан в духе такого викторианского романа, он очень скрупулезный, подробный, и читать одно удовольствие.
вообще просто безумие. И спустя много-много лет Сюзанна Кларк выпустила вот эту книгу «Пиранези». Весь мир, который полюбил Джонатана Стрэнджа и мистера Норрелла, ждал выхода «Пиранези». Ой, даже для того, чтобы рассказать сюжет, это нужно очень правильно подбирать слова, потому что, ну вот, материя, сюжет книги настолько эфемерна, и вот ты не просто читаешь это все, ты это проживаешь. И для того, чтобы рассказать не прочитанное, а прожитое, нужно очень долго подбирать слова. Завязка, то, с чем читатель знакомится с самого начала, это огромный дом с огромным количеством залов, и в этих залах расположены статуи. Нижние этажи подтапливаются приливами, и в этом доме живет Пиранези. О том, почему он там оказался, как он там живет, с какими людьми он, может быть, встречается или не встречается, про это все читатель узнает постепенно. Я не знаю, как говорить про этот роман, вот, но скажу, что для меня это действительно одна из самых лучших книг 2020 года, которая вот настолько мне попала в сердце и в душу, что я уже не знаю, что говорить по этому поводу, кроме того, что это совершенно невероятно, и это совершенно волшебно. Как вы уже успели понять, я этой осенью превратилась в яростного фаната Сюзанны Кларк, и на русском языке Азбука выпускала 3 книги, помимо Джонатана Стрэнджа и мистера Норрелла, еще «Пиранези», а также сборник рассказов «Дамы из Грейс Адьё» и другие истории. Эта книга пока все еще есть в продаже, не в интернет-магазине «Читай город», но в отдельных магазинах, и пока есть возможность ее приобрести, я решила срочно пойти это сделать, потому что не успеешь оглянуться, а книга уже закончится. Мне сложнее работать с малой формой, я редко читаю рассказы, и мне они часто кажутся какими-то недостаточно полнокровными и слишком краткими. Я все-таки люблю формы побольше, но это Сюзанна Кларк. Если ты стал фанатом, все, уже не остановиться. Некоторые из историй, опубликованных в этом сборнике, происходят в той же самой магической Великобритании, хотя сюжетно они никак не связаны с Джонатаном Стрэнджем и мистером Норреллом. Другие истории скорее похожи на кроссоверы. И в частности, здесь сказано, что персонажи одного рассказа обитают в звездной пыли Нила Геймана, а это одна из моих самых любимых книг вообще. Поэтому я, подобно Плюшкину, собрала все книги Сюзанны Кларк у себя на полке и теперь не могу на них насмотреться и нарадоваться. И 2 книги. Первую книгу я очень сильно хочу прочитать в ближайшее время. Это Ричард Руссо «Непосредственный человек». Я летом читала Руссо, его «Empire Falls». Мне очень понравился роман, и сейчас я мысленно возвращаюсь к нему и понимаю, что, несмотря на то, что у меня в некоторых моментах как бы были вопросы, которые меня беспокоили, мне что-то не нравилось, тем не менее, сейчас, после вкуса, спустя полгода, оно очень приятное. И непосредственно человек рассказывает про заведующего кафедрой английской филологии где-то в Пенсильвании, в общем, глубинка, университетский кампус, и в течение недели с главным героем происходят какие-то всякие странные события. Мне кажется, что этот роман несколько легче в плане затрагиваемых тем, чем Empire Falls, и он написан с ноткой юмора. И вот мне прям хочется чего-то такого. На самом деле, когда я услышала, что это университетский роман, я сразу, у меня в голове стоунер, мне сразу хочется чего-то такого же, но, наверное, не стоит возлагать на книгу подобных надежд, и я могу сама себя обманывать. Ну вот, конечно, от Стоунера у меня воспоминания очень, очень хорошие, и мне хочется вернуться в это ощущение, которое было, когда я читала. Последняя книга, которая смотрит на меня осуждающе, а я смотрю на нее подозрительно, потому что это была спонтанная покупка. Чем дальше, чем больше я веду канал, тем лучше я продумываю, что я покупаю и зачем я покупаю. И вот из тех книг, которые были приобретены и показаны вам в этом видео, там нет случайных покупок. То есть я покупала то, что хотела купить и про что думала некоторое время. А вот эта покупка последняя, она спонтанная. Я не уверена, что это хорошая покупка. Это новый роман Леонид Юзефович. Фил Эллин, наверное. Вы знаете, что я небольшой фанат современной русской литературы, и у Леонида Юзефовича я не читала ничего ровным счетом. Но так как здесь написано Эллин, Катя сразу «Угу!» Я вижу греков, я беру греков. Главный герой романа — это отставной офицер Российской империи Григорий Масципанов, который является ярым
таким сторонником, который поддерживает освободительное восстание в Греции в 1820-е годы. И, собственно, Фил Эллен говорили про тех, кто является горячо сочувствующими греческой борьбе за независимость от Османской империи. Роман написан в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками. Здесь происходит переплетение художественного вымысла автора и исторической реальности, которую Юзефович достал из источников соответствующего времени. Я не буду заранее готовиться к тому, что книга мне не понравится, поэтому раз уж она появилась у меня на полках, пусть у нее будут такие же шансы мне понравиться, как и у других книг на моих полках. Уже после того, как я сняла основную часть ролика, мне приехал заказ от Нового литературного обозрения. Обратите внимание, что до 31 числа на сайте издательства действует акция 20% скидки на все издания. Я уже не говорю о том, что можно сделать предзаказ на те книги, которые еще не вышли, со скидкой 25%. То есть пока эти книги не приехали из типографии, их можно заказать заранее с большой скидкой. Так вот, те книги, которые я купила напрямую у издательства НЛО вот с этой предновогодней скидкой, это вышло гораздо дешевле, чем я вообще могла бы найти когда-нибудь еще эти книги в других местах. Поэтому обратите внимание, если вас что-то интересует у издательства НЛО. Первая книга, которая мне приехала, это биография папы римского Иоанна Павла II, первого поляка на папском престоле. Быть католическим папой в 20 веке, на мой вкус, это очень неприятная обязанность, потому что церковные традиции и структуры очень консервативные и склонны к поддержанию тех традиций, которые существовали на протяжении многих веков католической церкви, а мир вокруг меняется очень быстро, очень стремительно, и он очень активно требует от церкви что-то изменить. Иоанн Павел был противоречивой, но очень яркой фигурой, в том числе и политической, второй половины 20 века. Биография написана Вадимом Волобуевым, это отечественный историк-славист, который занимается историей славян, старший научник, сотрудник Института славяноведения РАН. Далее сборник под названием «Литература как социальный институт». Это второе переиздание сборника статей Льва Гудкова и Бориса Губина. Первое издание вышло в середине 90-х годов, и понятное дело, что с тех пор очень многое изменилось в этих областях, но тем не менее эта работа считается совершенно классической и основополагающей. В переиздании содержится несколько дополнительных статей и дополнительное предисловие. Тема сборника – это то, как литература существует в социокультурном измерении в позднесоветское и в раннее постсоветское время. В каких отношениях находятся разные стороны литературного процесса, что определяет выбор читателей, какие произошли изменения в жанрах и форматах. Я очень предвкушаю знакомство с этой книгой, мне кажется, что она поможет мне лучше понять то, какие процессы в литературном процессе происходят сейчас. И, наконец, третья книга – это Джозеф Бен Дэвид «Роль ученого». Это небольшое исследование посвящено процессу становления науки как особой социальной сферы. То есть, как на протяжении истории формировались научные институты, как они интегрировались в общественных структурах и какое положение в обществе занимали ученые, как это отношение менялось в зависимости от периода истории и от страны, про которую идет речь. И еще я жду две книжки от Фантома, которые пока в предзаказе. Я не хочу сейчас оформлять предзаказы, потому что мы на Новый год поедем на дачу, и мне очень-очень страшно что-то предзаказывать, потому что я боюсь, что мы уедем на дачу, а книги приедут сюда, в Москву, и я провороню возможность их забрать из пункта самовывоза. Поэтому вот все предзаказы — это такие нервы для меня в декабре, и я очень надеюсь, что получится максимально все скоординировать, чтобы все дошло ко мне в целости и сохранности. Я жду в комментариях те новинки, которые вас интересуют сейчас больше всего, что вас больше всего вдохновляет и что вы хотите прочитать в первую очередь, или наоборот, какие книги вдруг появились, и вы хотите их заныкать себе в норку, и чтобы они там лежали, и вы наслаждались тем, что они у вас есть. У меня определенно есть те книги, которые вот мне нужны просто, чтобы они были, и я наслаждалась тем, что они у меня есть. Вот хоп, в первую очередь, да. Жду ваши ответы в комментариях. С вами была, как всегда, читающая Катерина. На этом канале мы разговариваем про книги, историю чтения. До скорейших встреч. Балет Амики.